Не, Рокса Монстр девочки. 13 миллионов принесла игра. Это топач. Что это у нас? Подземелья ролевые. Неплохо. Подземелья ролевые. Еще кучу платформ забацаем для всех, тем более. Так, платформа. Ролевые по System 2. Да, на новом движке. На PC тоже неплохо идет. Кстати, JS неизвестно, наверное, да. Какие-то портативные вообще. А где новый? Unbox 360 может подождать. А, ладно. PC. Ну, JS портативный, не знаю, как пойдет. Пойдет. Игровой движок, последняя надежда. Большая игра. А, большая игра на платформу JS невозможно. Ладно, уберем. Уберем. Две платформы пойдет. Большая игра. Феопокс и Монстр девочки. Два. Сколько все? Да. Флирт. Название игры. Да. Надеюсь, Хео сейчас нет, это не увидит. Текстовое. 100 тысяч. Так, 2D графика V4. Во. Чит разработку. Так, денег уже мало остается, но маркетинг мы вбухаем. Это должно удастся. Большая компания. Не, мало, мало. Все-таки денег много так нету. Эх. Надо урезать расходы, все-таки уходит много. Так, сюжет. Значит, геймплей все-таки тоже важен, довольно прилично. Поднимем геймплей. Ставка на сюжетные квесты все-таки. Светлено улучшенные видео вставки. Движок. Сохранение. Достижения. Да. Но его только обратно с такого названия. Надеюсь. Так, люди все те же пускай работают, да? Которые делали. Они шарят. Идем. Так, ажиотаж что-то слабенько. Денег-то мало, кстати, остается, надо срезать расходы. Так, интервью. Расхвалить игру. Где все люди? Вообще все исчезли. Хоть один человек так будет стоять тут, нет? Мертвый отдел. Так, ролевый дизайн, уровень искусства, интеллект не важен, там все прописано. Так, диалоги. Диалоги, кстати, почему-то так-то должны быть важны. Хотя, не знаю, дизайн уровней. Такая ставка на дизайн уровней прям огромная. По-моему, диалоги это важны, еще опять я поменяю, но я хочу диалоги прибавить. Или все-таки ставку на дизайн уровня оставить. И мини-игры. И не важен. То есть ролевые же. Не то, что драка, там это общение, диалоги. Как ролевая игра без диалогов? Не диалоги, диалоги топач. Ставка на диалоги, а дизайн уровня я избавлю. Ставка на диалоги. Дизайн уровня тоже хорош, но диалоги топач. Так, диалоги. Это творческая работа. Дизайн уровней. Угу. Интеллект. Окей. 6 миллионов. Не. 90 тысяч в месяц хватит.
Нет таких денег пока. 6 миллионов. Если игра купится, я увеличу. 5 миллионов. Да, деньги-то сейчас на счету кончаются. Сейчас разорюсь еще. Надо аккуратно все это. Так, ажиотаж растет. Хорошо. Хорошо. Дизайн мира. Графика, звук. Это, конечно, 2D графика, но... Не значит, что она должна быть плохая. Звук. Саундтрек. Стереозвук. Нет, надо все-таки, значит, ставка на что-то одно должна быть. Ставка на дизайн мира. Звук мы убавим. Графика, а потом графика дойдет. Звуком мы жертвуем. Графика более-менее. Звуком жертвуем. Дизайн мира. Да, дизайн мира-то на кого-то надо повесить. У меня все дизайнеры все заняты прям. Дизайн мира в моем исполнении, даже не знаю. И... Графика, звук. Дизайн, техника, звук-то. Звук-то это к технике относится или к дизайну же? Да. Графика. Ладно, попробуем так. Ну, сложно, как сложно шедевр получить. Давайте рекламу еще добавим. Ага, меньше 5 миллионов уже осталось. С этими расходами на интернет-исследование. А вот и новая консолька вышла. Выходит. Xbox 360. Геймеры всего мира в восторге от Xbox 360. И все сходятся во мнении, что ее влияние на рынок будет очень серьезным. Фигня, PlayStation-то круче. Еще Xbox, тоже не мелкософт. Давай. Похоже, рынок снова нормализовался. Что-то не вижу, вообще исследования идут, нет, 67. Типа так медленно идут. Так, фиксим баги. Фиксим баги, на. О, я верю в эту игру. Она-то должна удастся. Ладно, пивоты забыли про старые добрые квестики. Так, баг пофикси. Все, хорош. Да, новые рекорды. Доступно новое исследование ААА игры. Что это за ААА? Это типа супер-супер классные игры. Так, анализ игры. Я вложился в нее, пипец. Первый отзыв. Да, Хео может. Вот она и супер игра. Второй шедевр. Да. Выдающееся достижение. Ну, десяточку. Почти идеально. Ну, все десятки ни разу не давали, не знаю. Это тоже надо заскринить. Это просто топыч. Я потом Хео покажу. Так. Есть шедевр. Денежки. Да, получилось. Да, отлично. Первое место. 1 миллион. Компания Psovo Gaming недавно выпустила продолжение игры Nioh 2 Монстр Девочки. Новая игра серии называется Nioh 2 Монстр Девочки 2 Флирт. И была встречена великолепно. Критики особо отметили тот факт, что Nioh 2 Монстр Девочки 2 Флирт использует новый игровой движок, и это выводит ее на современный уровень. Да. Просто топовая игра. Более 1 миллиона уже платина. Вперед к успеху. Так, все, отдыхайте, чуваки, вы молодцы, справились. Так, деньги пошли, можно увеличивать доход. Недавно, к сожалению, интервью, то есть, в общем, все оправдалось. Хорошо отразилось на продажах, отлично. Продажи.
Вперед, у нас есть деньги. Так, вот новая консолька, Xbox 360. Дамы и господа, встречайте неожиданный хит. Я не знаю, кто писал сценарий к игре «Единорог с монстром девочки 2 флирт», но он, безусловно, заслуживает награды. Только игра с единорогами, радугой, пиратами и ниндзя может быть лучше. Да и то не факт. Да. Про поняшек забыли. Так, а вот еще контракт пока делайте какие-нибудь. Все. 3 миллиона. Ух ты, сколько денег, 40 лямов. На исследование хватит. Анализ игры, диалоги. Очень важный аспект игры такого типа. Не зря диалоги поставил. То сейчас бы оставил дизайн уровней и просрали бы. Все-таки вот тут я угадал. Старый движок. Босс, некоторые особо увлеченные фанаты интересуются на старых движок Second Impact 2D V3. И они просят открыть его исходный код. Если мы так и сделаем, они, конечно, будут в восторге, но учитывая, сколько сил мы его потратили, можно продавать лицензии и немного компенсировать наши расходы. Или же просто отказать без объяснений, что вы хотите сделать. То есть три варианта. Я открываю код, тогда у меня увеличивается фанатская база. То есть фанаты, люди довольны. Продаю лицензии, я получаю немного денег. Но у меня сейчас деньги есть. Можно просто отказать, тогда ничего не получаю. Минус фанатов. Лучше открыть код, конечно. Да. Так, работают, работают. Сейчас мы свою приставочку забацаем. Так, значит, в результате мы получили 12 тысяч фанатов. И обошлось нам всего там 2000-3 тысячи копейки. Да, старый движок. Второе поколение. Но уж четвертый. Отказывайся, нет. Почему отказываться? Ты что, даже как Microsoft зажимать все? Так, стенд. Настало время большого стенда. Для этой игры только большой стенд. Где наш технарь, кстати? Технология. Специалист по технологиям. Начать обучение. Значит, будет еще технический отдел. Да, новые рекорды по продажам. 3,6 миллионов, кстати, был рекорд 3 миллиона. Реальный рекорд новый. 3,7. Ну и по доходам я вижу там уже 40 лимонов, там, ну, 30 точно. Нео идет к успеху, просто приносит мне деньги. Так, почти 700 тысяч пришло. И 54 место в топ-100 на выставке. Отлично. Так, ну что мы дальше делать? Что нам делать? Ждем, наверное, исследование вот закончится и... Так. В движке что-нибудь новое есть? Не, ничего нету. У нас современный движок. Только новые игры делать? Это вообще копейки, простые контракты. Сейчас я дождусь вот аппаратное средство. Маленькие контрактики закроем. Да. Ну, 800. Так, наше исследование завершено, и теперь перед нами открываются большие возможности. Если мы откроем свою аппаратную лабораторию и обучим соответствующих специалистов, то можем создать собственную игровую консоль. Да. Это обойдется нам недешево и, скорее всего, займет несколько лет. Но не исключено, что в итоге мы сможем даже превзойти Xbox и Play System. Теперь мы можем открыть собственную аппаратную лабораторию. Давайте, 5 миллионов. Давайте. Готово. Так, это надо в курсоры влево. Так, сначала надо бюджет исследований убавить, а то я опять разорюсь. Контракт выполнен. Сейчас можно самому игры продавать через Steam, потом ММО забацать, кстати. А, игры, что это такое? Мы доказали, что можем делать успешные большие игры. Почему бы нам не взяться за разработку таких игр, которые своей масштабностью и качеством зададут новую планку в игровой индустрии?
Финансисты называют это ААА-классом, а киношники блокбастером. Я что-то придумали какой-то ААА-класс. 1200. Я думаю про ММО. А, игры. Заманчиво. Давайте ММО. Потихонечку. Так, скоро Xbox это уйдут. Nintendo выпускает не Wii, а ну приставочку. Да. Ну, оснащена контроллером со встроенным датчиком движения, что позволяет игрокам, стоя перед экраном телевизора, использовать контроллер в качестве двойника виртуального игрового объекта, например, теннисной ракетки. Игроки, первыми тестировавшие новую консоль, не могли сдержать своих эмоций. Ну да-да-да, все. Так, лаборатория. Разработать консоль. Вам придется выложить крупную сумму просто для того, чтобы проект мог стартовать. А ведь нужны еще средства на содержание и работу аппаратной лаборатории. Да, да, мне 40 лямов, погнали. Так. Вам понадобится принять решение о том, как должна будет выглядеть ваша консоль и какими техническими возможностями обладать. Также установить бюджет на обеспечение качества разработки. Чем сложнее и мощнее консоль, тем легче будет противостоять конкурентам. Чем больше вы выделите средств на тестирование, тем выше будет ее качество. Так. Консоль. Вау. Мега консоль. Это типа Xbox. Типа Xbox выглядит. Ну, такой джойстик интересный. Или какую-нибудь супер-мега-футуристическую. Как назвать консольку? Как назвать консольку? 11 лямов. Не пишут сколько. Стоимость 30 миллионов. О-о-о-о. Что-то пипец. Так. 11 лямов. А, да, стоимость. Ничего себе, консоль-то стоит. Надо запас оставить. Ну, сколько я смогу выделить? 20 лямов где-нибудь. Как назвать консоль? Ну, давайте тогда назовем как-нибудь красиво. Азур, так, по цвету. Лазурный дракон. Дрейк, Азур Дрейк. Драгон. 3000. Че не влазит? А Дрейк можно? Ну давайте Дрейк просто. 3000, тоже не влазит. Просто Азур и Драгон, все. Лазурный дракон. Подкопить еще? Да не. Долго. Я думаю, так справимся. Еще одна удачная шедевр. Еще один шедевр удачный, все будет путем. Долго ждать чудо, но... Не обязательно, тем более максимум. 20 лямов хватит. Вполне качественная консолька. Дальше. О, а может и не прав. Может я и не прав. Я думаю, меньше хватит. Дальше. Так, что она поддерживает? То есть она потом-то еще может. Да, может не спешить. Кажется, вещи правильно не закончился. Смотрите, то есть надо... В консоли-то учитывается еще же движок графический, то есть графика какая там есть. Так что реально можешь не спешить. Пока Twitch Prime. Ой, я вообще-то не оформлял. Странная штука. Можно выпустить первую тестовую консоль. Или вообще не выпускать. Подождать, пока будет новый движок и новый графон. Хотя нет, я хочу выпустить. Хочу выпустить все-таки. Не хочу ждать. Я думаю, она окупится. Деньги принесет. То есть на сегодняшний момент это 2D. Блин, ну смотрите, сколько денег-то. Вау. 2D, графика V4. Пипец.
Можно для 3D графики сделать ее тогда. У меня же поддерживает движок 3D. Поддерживает. Он дешевле будет сразу. Мультиплеер, конечно же. Видеоролики, конечно же. Достижения, конечно же. Стереозвук, саундтрек, конечно же. 41 лям. Да, я думаю, подождать лучше с консолькой. То есть даже если под 3D выпустить это. Или стрёмного качества сделать. Не, все равно как-то дороговато. Ладно, пока мы не готовы к этому, так что... Да, я разорюсь, не хочу разориться. Исследований нет, создаем новую игру. Тренда нету. Какую игру будем делать? Сейчас посмотрим. Как у нас там, какие платформы есть? 80 тысяч. Стоимость лицензии 500 тысяч. 17%, 15% и PC. Ролевые симуляторы, ролевые хорошо заходят. Только что сделал. Может попробовать братьев пилотов все-таки реанимировать на новом движке? Давайте попробуем, кстати. Продолжение клепать все-таки удобно. Кстати, продолжение. Так, ну это провалилось немножко, так что давайте другую возьмем. Где это у нас? Сестры-пилоты. Под 100 миллионов надо, чтобы разрабатывать свою консоль и уверенности дальше. Да, я тоже так думаю. Так что не будем спешить. Это ваша правда. Я переоцениваю свои силы. А, сестры-пилоты 6, то есть уже старые нельзя выбрать. То есть продолжение этой выпустить. Эх, неудачно вышла последняя часть, но я попробую. Хочу попробовать. Эх, нет, она недавно только выходила. Можно ремейк сборной России по футболу. Она принесла нам 5 миллионов 3 тысячи. Кстати, симулятор, да, почему бы нет? Так. Угу. Сборная России по футболу. Даже не знаю, что придумать. Это уже было. Новое поколение не влезет. Так. Вон России по футболу. Плей-офф просто сделаем. Плей-офф. Шмот она не выйдем, но пусть будет. Фантазия закончилась уже. Все. Так, большая игра для всех. Спорт, симулятор казуальный. Для всех. Казуальный. Да, кстати, подойдет на приставки. Сейчас выпущу на все консольки. Правда, жаль, не на свои нету. Симулятор, кстати, тут уже хорошо подходит. PC. Play System 2. И сразу же на новый Xbox 360, да. Игровой движок последний. Дальше. 2D графика V4. Может 3D сделать, забаться тогда. В прошлый раз 2D было, хотя. Блин, это прям так ценится, это 2D графика, слушайте. Даже не знаю. Ну, давайте 2D графику прокачивать. Она, кстати, реже меняется. Там трехмерно еще она выходит. Так, маркетинг. Малая компания. А 2D она дольше живет, кстати. То есть можно 2D прокачать и ее делать. Так. Симулятор казуальный. Симулятор, спорт. Сюжет, квесты вообще не сдались. Геймплей главное. Движок не особенно важен. Да, ну движок вообще не особенно важен.
Сюжет квеста. Думаю, вообще не важно. Короче, ставка на... На. Улучшенные видео вставки. Все, хватит. Движок. Сохранение мультиплеера видеоролики. Все. Геймплей. Топач. Так, геймплей. Мартин Персон. Геймплей, геймплей. Все-таки не техническая часть. Сюжет квесты. Ладно, все тут нормально. Пойдет. Сейчас забацаем. Так, тогда деньги надо опустить в разработку этого. Все. Сольем деньги на проект его. На ММО запустим какой-нибудь. Prime World. А, что-то ажиотаж не особо. Так, диалоги не нужны. Симулятор. Спорт. Дизайн уровней. Тут интеллект, кстати, может быть важен в симуляторе, чтобы... Диалоги так. Искусственный интеллект. О. И такой дизайн уровней хороший. Бьюти дизайн. Диалоги. Так, технари, технари. Дизайн. Бьюти. Сборная России по футболу, сельские игры, да, надо вот так назвать. И то верно. Да там места уж мало, надо просто тогда не уточнять. Сборная России просто и дальше. Так понятно. Ой. Пакманчик, спасибо за фоллоу. На, играться. Простите, что я сейчас вяло уже стримлю, я, конечно, 6 часов уже точно стримлю. Но я рад, что кто-то подписывается. Черомчик должен появиться, и вот он. Да, уж это ленивец. Так, сегодня была выпущена новая игровая платформа Wii от Nintendo. Наконец-то. Вот там было под Nintendo, под новую платформу еще забацать. Под Wii. Хотя как-то, ну хотя можно как-то симулировать, наверное, и с этим джойстиком. Да, автохост от... Да, 6.30 уже. Автохост от Сани творит чудеса просто. Спасибо им. Просто грац. Да. Симулятор казуальный. Симулятор. Спорт, симулятор казуальный. Симулятор. Дизайн мира. Важен ли тут дизайн мира? Открытый мир. Да, кстати, дизайн мира, наверное, важен. Почему нет? Саундтрек. Или нет? Хотя не настолько. Так, саундтрек добавим. Ну, все впихаем, просто все технологии, думаю. Графика не особо важна. Графика. Вот дизайн. На графике сэкономить. Звук побольше. Хотя ни рыба, ни мясо выходит. А где Саня, ты кто? Оп. Савулфсон, спасибо за фоллоу.
Саня не знаю, где я, Андрей. Да, на угрим. Да. Саня меня знает по прайму, если что. Так. Ну, народ, подскажите, как это лучше сделать? Дизайн мира. Симулятор. То есть, у меня вообще 2D-симулятор. То есть, какие-то, какие-то футболистики бегают, как-то они собираются в команду, играют, их тренирует тренер. Noisy Boy и кинул хост на меня. То есть, сейчас мой канал как бы на него транслируется. А это автохост, типа. Ну, Саня пока не стримит. То есть, если мой канал не нравится, можешь идти куда тебе надо по делам. Жди, когда Саня будет стримить. А, да. Есть таблица такая. Нет, таблица неинтересна. Таблица неинтересна. Ты чё, это ж... Я знаю, что, наверное, лучшие комбинации, там уже все это вычислено. А, трек зачет, да. В инете. Нет, мне, я хочу сам понять, сам. Так. Значит, дизайн будем считать, что важен. Все-таки дизайн мира важен. Пусть будет похожий мир, прям такой. Чем-то надо жертвовать. Чем-то надо жертвовать. Звуком, скорее всего. Симуляция. Или так и оставить. Ну, ни рыба, ни мясо, ну ладно, хорошая игра выйдет. Да. Конечно, я всем рад. Так. Так и расставим. На звук. Кого на звук? Меня на звук. Графика, бюджи. Тут непонятно, вот графика, графика, это в каком плане? Это техническая графика, там, пиксели, шейдеры, полигоны, либо это графика в красивом плане, то есть, видимо, это, скорее всего, как техническая идет. Тогда надо сюда меня, скорее всего. А вот на дизайн, бюджи, звук уже сюда его. На дизайн, то есть, сюда его. Вот так вот как-то, дизайн. Ладно, пусть так будет. Надеюсь, заедет. Давайте еще небольшой маркетинг. Все, в журналах. Все. Америк ли танцевать. Силы распределять. По-моему, хорошая игра должна быть именно в чем-то прям выделяться. А если все среднее сделать, то... Силы распределять между парнями. А, ну да, по программистам-то стараюсь. Инвестиции. Достопочтенный сэр, мадам. Я финансовый консультант генерального директора Womoba Oil Limited в Нигерии. А, знаете, эта тема вот это... Я пишу вам, потому что знаю о вашей высокой репутации и надежности. Наш генеральный директор полномочил меня проинвестировать 2,5 миллиона в Slog Gaming. Что? В Slog Gaming, да, в Slog Gaming. Мы сдали эту сумму на хранение в надежный банк и готовы перечислить ее вам, но банк требует от вас подтверждения. Если вы хотите получить средства, вам необходимо осуществить разовый проверочный платеж. Да, 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 нет, нельзя тут соглашаться. Я как учитель информатики знаю, это такая тема есть, ну, мошенничество, хакерство. Это есть нигерийские письма называется. То есть это типичное нигерийское письмо. То есть ты деньги отправляешь и все. Тут даже нигерийский банк так и называется там. Ну, это тупо развод, короче. Антиквар. Сангловая. Смотрю на эту заставку, и мне хочется анимешку посмотреть какую-нибудь сразу. Интересно. И бюджет надо уменьшить что-то. Мы это... Хоть долгий проект будет до 1700, а денег мало. Я же еще хотел приставочку сделать. Музон студию. Надо искать. Черт. Сейчас тогда подожди. Быстро найду и скину. Так, закрою, а то у меня... У меня захват сейчас, эта игра нормально не захватывается, пришлось захват рабочего стола делать, а не чистые игры. Поэтому немного неудобно. Сейчас я найду. Где мои записи? Она должна быть тут, я знаю. Это группа EOSIS, только как она называется?
Нет, не это. Вот это нашел. Сейчас, секунду. Вот. Захватик вернем. Не, ну Game Dev Tycoon, вот эта игра классная. Я говорю, мне периодически хочется поиграть. То есть, казалось бы, ничего такого, но залипаешь, вот интересно очень играется. Реально, можешь поставить поугарать. Я вот эту пройду потом, может, скажем, поиграю Mad Game Tycoon тоже. То есть, как бы продолжение такое. Так, выставка. Игра, ну игра в целом хорошая, правда, большой стенд дорого стоит. Может, какой-нибудь средний стенд. Денег не напасешься. Да, вот мошенники, все такое. Сегодня вышел «Синий экзорцист. Хроника маленькой девочки. Игра священного меча». Новой серии. Ой, я ангоинги не смотрю. Только завершенные вещи стараюсь. Из ангоингов я только «Наруто» и «Блич» смотрел. В принципе. Которые долго шли годами. Да, кстати, скоро САО новое, где... Sword Art Online. Про виртуальную реальность. Там будет сезон про... дополненную реальность, что-то там одевают какие-то очки или типа и дополняется реальность, они там дерутся. То есть тема тоже, да. Я САУ, кстати, ранобэшки читал, то есть сами эти книги, рассказы. Так, сегодня Sony объявила о скором выпуске преемника успешной PlayStation 2. Ух ты, вторая. PlayStation 3. Круто. Консоль одновременно является и Blu-ray плеером. Sony надеется, что этот формат станет преемником DVD. Стоимость всего этого набора достоин тоже на высоте. Вау, самая дорогая консоль в истории. Вот конкуренты-то, а? Надо сделать консольку под двухмерные игры, реально чисто свою такую небольшую, под 2D. И 2D игры и делать. Так. Сейчас бы Шаман Кинг. Да, Шаман Кинг топыч. Я смотрел даже по телеку в свое время, потом скачивал и японскую версию смотрел. Ты Уси уже видел с понедельника на ПТР? В Хоте или Овервотче? Уси. В Овервотче он есть, значит он в Хоте. Нет, пока не видел. С понедельника на ПТР Уси. Это же бразильский музыкант. Так, 490 тысяч. Кстати, неплохо уже так пришло народу. Заняли сотое место в топ-100. Нет, Луси я пока не видел. Я уже эту игру играю 7 часов, и до этого я новостей про Луси не слышал. Так, ну по дизайну мы не смогли побить рекорд, а по технике побили. Все-таки новый движок. Так, 2D графика V4 у нас пока только второй уровень. Интересно, будет ли в V5? Да. Зарплаты. Какие-то особый тренинг. Кстати, можно особые тренинги проходить, чтобы меньше расходов на исследования шло. Наверное. Виртуальная экономика. Ничего, еще посмотрим. Так, входите. Ну ладно, я это видел. Я это видел. Сындука, на Сындука я подписан, конечно. Так, ой. Игру вернем. Сындук, да, топыч Сындук. Хорошие видосики делает. Так, на нашу недавно выпущенную игру сборной России по футболу плей-офф появился первый обзор. Сборная России. Ну ладно, хоть семерка. Еще меньше будет, да, 6. Ну, короче, вышло так себе. Ну ладно, 7 еще, да. Ну, у нас на семерку. Хотя бы семерка, это хороший уровень, то есть. Вы знаете, вот 10-бальная оценка, когда игры или что-то. Футболистов, кстати, по 10-бальной оценке оценивают в игре матча.
Вот если футболист отыграл на 6,5, это вот такой нормальный результат. 7 уже хорошо отыграл. То есть и выше это уже хорошо. То есть, в принципе, от семерки выше это хорошая оценка. Отправить в отпуск. Давайте какой-нибудь контракт выполним, и надо не исследование, надо что-то исследовать. Что-то исследовать. Виртуальная экономика теперь. Денег не напасешься на свою приставку. У меня он еще ММО кучу денег забирает. Теперь у нас больше 250 тысяч фанатов. С таким количеством верных поклонников можем сами издавать большие игры. Я их так-то и так уже издаю, уже сколько игр больших сделал. Прикольно. 500 тысяч золота. Ну, нормально. Лаборатория просто. Один человек работает. Финансирование моих исследовательских проектов. О, денежки пошли. Дизайн мира — неважный аспект игр такого типа. Дизайн мира я зря сделал. Ну, зря, я в него вбухался. Но графику и звук. Спорт для всех превосходно. Ладно, сразу же еще игру какую-нибудь забацаем. Ну, миллион продали. В пятятку вошли по продажам. Так. Проанализировав работу над нашими мультиплатформенными играми, мы пришли к выводу, что стоимость их разработки можно существенно снизить. Для этого нам необходимо научиться оптимизировать игровой движок для работы на нескольких платформах. Платформенная оптимизация. Это будет надо на новом движке только ставить. На